Фирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства – это яйца высшей категории, а из второго хозяйства – 20% яиц высшей категории. Всего высшей категории имеет 35% всех яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства. У нас есть два хозяйства – первое хозяйство, второе хозяйство. Мы не знаем, сколько каждое хозяйство выпускает яиц. Вопрос. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется с первого хозяйства. Пусть это будет P. Вероятность того, что это яйца, выпущенные первым хозяйством. Так как суммарно первое и второе хозяйство у нас образуют группу событий, а сумма данных вероятности равна единице, тогда вероятность того, что наше яйцо, купленное, соответственно, принадлежит второму хозяйству, это будет 1 минус P. Наши яйца бывают высшей категории, первой категории, второй категории. Речь задачи идет о высшей категории. Высшую категорию из первого хозяйства у нас, соответственно, имеет 40% яиц, то есть 0,4. А из второго хозяйства 20% яиц, то есть 0,2. А суммарно мы получаем 0,35, то есть 35%. Поэтому вероятность того, что мы купим яйцо высшей категории, оно принадлежит первому хозяйству, это будет 0,4 P. Соответственно, то, что мы купили яйцо высшей категории, оно принадлежит второму хозяйству, это 0,2, умноженное на 1 минус P. И все это равно 0,35. Мы получили линейное уравнение, которое нам нужно решить. 0,4 P. Мы раскрываем скобки. Это будет 0,2 минус 0,2 P и равно 0,35. 0,4p минус 0,2p, это будет 0,2p равно 0,35 минус 0,2. Алгебраически продолжаем решение. 0,2p равно 0,15. Чтобы найти наше p, мы 0,15 делим на 0,2. И получаем 0,75. 0,75 – это вероятность того, что яйцо, купленное у данной агрофирмы, принадлежит первому хозяйству. Ответ – 0,75. Все совсем несложно.